Всем привет, ребят. Ну что, продолжим наш трешачок. Мы остановились на 18-м древнем испытании. И я сейчас прокачаю очень интересного героя. Это вот такой вот у нас ледяха. Сейчас я гляну, что там у меня по ледяхе. По идее, я должен уже... Да, могу я его прокачать. Мы сейчас качнем ему 12-й скилл сразу же. Сейчас мы глянем, что он на 12-м скелетом дает. Что он может вообще. Где наш ледяной? Вот он. Ну, как видите, тут увеличение идет. Точнее, понижение. Так, тут у нас идет 24 рандомных целей, 75% 15 секунд. Тут уже идет 25 на 80, и тут 26, то есть плюс 2 цели и плюс 10 замедления. В принципе, неплохо. Поэтому мы сейчас пойдем его докачивать, и мы его сейчас переделаем. Переделаем в новую имбу. Почему, сейчас тоже покажу вам это. Так, пока выпустим этих. Да, очень много. Мы здесь, конечно, заберем золото. Сейчас будем готовиться к 18-му испытанию. Остальные мы пока вроде более-менее успешно прошли. Видите, молчанку кинули. Не дали нормально толком ударить. Гады, короче. Вот так, на тебе. Надо попробовать будет битву гильдии с ледяным побегать. Думаю, будет очень интересно на это посмотреть. Мне кажется, очень имбово получится, если, конечно, его не сольют. Смотря какие будут топы. Но нужно будет это все потестить. Ледяха сам по себе, если видели, и в подземках тащит, и в древнем тащит. То есть реально очень кайфовый гарнизонный герой. Наверное, один из таких самых имбовых. Шаман тоже неплохой. Ну, в зависимости от локации, но мне кажется, ледяха самый такой жесткий со всех. Такс. Ну, дайте мне добить. Так, отлично, есть. Поехали. Где наш ледяной? Вот он. Сейчас мы его еще и переделаем. Силушка по чуть-чуть растет. Это радует. Так, ну тут вроде можем. Так, нам надо 5 миллионов набить. Было бы еще на ком, конечно. Так, отлично. Отличненько. Интересные расстановки на английском сервере. Интересно, спасают ли они их на битве гильдий. Это мы скоро узнаем. Куда не зайдешь, огнекрылые. Так, отлично. Поехали, докачиваем и меняем ему сборку.
Надеюсь, мне хватит значков почета. А, наверное, нет. Не хватило. Отлично. Так, ну вот он у нас на максималке. Сейчас уже 12-12. Вот такой вот у него скилл 85. То есть он будет уже нам реально больше помогать. Плюс 2 цели. Тоже немаловажно. Так, видите, у меня стоит воодушевление. Мы сейчас сделаем немножко другую сборку. Мы поставим исцеление. А воодушевление мы ему откроем талантом. Вот так я решил сделать. Для быстрого набора. И потестировать. Такс. Вот так. Поменять. Поменять. Если что, в принципе, мы Ремку можем поставить и рунами. При нужде. Так, окей. Есть максималка. Вот так вот. Набор 33 энергии. Поехали потестируем. Давайте вот в 7.10 потестим. Ради интереса. Хочу посмотреть, насколько он сейчас будет у нас замедлять. Вот, смотрите, 26 целей у него. Неплохо. Сейчас пусть немножко позамедляет и выпустим ангела. А, нет, выпустим нашу новую имбу. Пока, как видите, он у нас замедляет не только. Еще юниты есть, надо юнитов посливать. Чтобы у нас остались, давайте тут бочку кинем. Быстрее немножко будет. Вот он мессу не замедлил. Сейчас юнитов сольем побольше, и тогда будет поинтереснее это все еще. Ангела туда подкинем. Вот смотрите, как у него быстро набор идет. То есть он вот из-за этого я, в принципе, и сделал. То есть раз, два, три, он уже заряженный. Вот, отлично. Юнитов мы посливали. Теперь смотрите, кидаем сюда ее. Ну вот, и Месса, в принципе, нам ничего не может сделать. Конечно, он там чуть-чуть продвигается, а вот достает все-таки. Но с тыковкой было бы поярче. Но опять же, посмотрите, насколько можно было еще ей замедление поставить. Королеве змей. Ну, насколько замедлили. То есть именно в такой вот сборке самое лучшее у него будет замедление, так как у него набор идет раз в 3 секунды, плюс еще дополнительное исцеление дает, быстрый набор. И получается у нас неплохо так. Ремка у него только один раз срабатывать будет. Вот посмотрите, как герои двигаются. Не знаю, ли мы успеем по времени. А там сейчас на бочку друид. Все-таки бочку достанут. Мы сейчас посмотрим на ангела. Вот видите, очень долго сейчас спадет замедление. А может и не успеют. Вот смотрите, смерть издали разбирают. Отлично просто. А вот друид, как видите, наверху достает, потому что он дальник, он бочку достает. То есть таким вот темпом можно, в принципе, проходить, если у вас ледяха будет прокачан. Ну, конечно, это требует и героев, и ресурсов. Но вот такая вот у нас появилась, ребят, новая имба. Пишите комменты, что вы по этому поводу думаете. Ссылочки на конкурс в описании. Посмотрим, как он нам поможет. Думаю, видео там с 18-м выйдет у вас намного раньше, но
Это реально, это имба, и это действительно кайфовый герой, хоть он и синий, но, блин, он реально очень круто помогать будет, как и донатом, так и без доната. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики, всем удачи, всем пока.